Всем привет! В эфире канал «Стройгарант Анапа». Рады приветствовать вас на нашем канале. Когда мы сдаем дома, когда их покупают, мы всегда показываем эти моменты, чтобы показать счастливые лица владельцев того или иного дома. И сегодня у нас дача дома 110 квадратных метров. Это, дорогие друзья, «Жемчужина», поселок Цибанабалка. Хорошее, приятное событие, хорошие люди, которых мы идем поздравлять с этим, уверен, знаменательным событием. Дом в семье, в собственности, это очень круто, особенно рядом с Анапой и с морем. С владельцами дома мы договорились встретиться вот прямо при входе, и на заднем плане они уже идут. Счастливые, красивые, молодые, особенно за молодежь радую. Ребята молодые, уже у них свой дом. Ребята, это прям круто. Ну, классно, у меня нет своего дома. Скоро будет, наверное. Так, ребят, привет. Блин, рад видеть ваши счастливые лица. Приветствую. Это вам праздничный антураж. Спасибо. Здесь подарки, сертификаты, пожалуйста. Конечно же, ваши ключи, главе семейства. И еще раз поздравления. Так, ребята, обо всем по порядку. Для знакомства, откуда в наш край и почему именно здесь, почему рядом с Цибанабалкой, Анапой, морем, вот как так исторически сложилось? Ну, сейчас работаем на Дальнем Востоке, в Комсомольске на Амуре. Здесь у нас переехали родители из города Омска, купили тоже в стройгаранте дом. Мы приехали к ним, посмотрели, нам все очень понравилось, и мы решили тоже приобрести. Многие переживают переезжать на юг, говоря о том, что там работа, там еще что-то. Вы вот молодые, да, вот. Есть ли какие-либо сомнения или просто уверены в себе? Уверена в себе. Было бы желание, работа всегда найдется. Класс. Теперь не терпится посмотреть ваш дом. После вас можно? Так. Ребят, я вот обратил внимание, дом достаточно светлый. А вот ваше решение, или вы уже в готовый заехали? То есть как вот это все складывалось, покупка дома? Вот, и, потому что я обалдею от этой светлоты, тонов, прям классно. Ну, интерьер выбирала я, нам предоставляли на выбор. То есть все, обои, ламинат, лестница, двери и так далее. То есть цветовое решение, в принципе, все тут твое. Класс. Не боишься, что все белое и замажется? Нет. Будут аккуратно все ходить. Были какие-то сложности на этапе сдачи дома? То есть я такой человек, когда снимаю обзоры, всю правду, как оно было, что решилось, то есть что осталось за кадром. Вот как есть, пожалуйста. Ну да, были недочеты определенные. Как бы с прорабом, с руководством все это решается, ну, нормально. То есть без всяких конфликтных ситуаций, до этого не доводятся, стараются все решить, все переделать, если что-то не так. Все недочеты практически сейчас уже доделаны. Еще ждем чуть-чуть. Еще какие рекомендации можете дать вот тем, кто нас смотрит, касаемо именно вот южной части, касаемо нашей компании? Вот поговорим о плюсах. Вот что вас здесь привлекает? То есть почему именно «Стройгарант»? Я уверен, что вы много перелопатили материала, и родители ваши, но остановились на Цибанабалке. Недалеко от Анапы, недалеко от моря, но при этом это не сама Анапа, а пригород, то есть более уже спокойный район, более такой комфортный для жизни, нет суеты такой городской. То есть это ваш выбор, тихо, спокойно, но, в принципе, поразвлекаться рядышком Анапа, ребят, да. Пожалуйста, надо в Темрюк, пожалуйста, рядом в Темрюк. Уже думали о том, что, где, как будет стоять круглый стол, квадратный стол? Постоянно заходим, каждый раз думаем, что мы куда. Ну вот так вот, какие идеи есть? Ну, вот здесь у нас точно аквариум будет. Пока что на этом, да, 100% остановились. Дальше все еще плавает. Но вот аквариум еще, фундамент у нас стоял. Мы уже планировали, что он здесь у нас будет стоять. Здесь мы специально под него попросили вывести нам розетки, чтобы включать фильтр, свет. У вас немножечко нестандартное решение именно в санузле на первом этаже. Так и было задумано, или это вы сказали, сделайте нам вот так? Ну, это мы сказали сделать, мы это тоже подглядели у наших родителей, им посоветовали, нам это очень понравилось, мы подумали, что это практично, и по цене выходит то же самое, что поставить ту же душевую кабину. Мы подумали, почему бы сразу это все не сделать, как бы в одном стиле, чтобы красиво смотрелось. Ну и стиральная машинка там, да, гармонично вписывается, так думаю, да? Второй этаж, две спальные комнаты, но вы пошли путем гардеробная. Тоже у родителей подсмотрели? Нет, это уже сделали мы, у родителей такого нет. Ну, мы подумали, что все равно хорошо, когда есть место для хранения вещей, чемоданов и так далее. Так, ребят, земельный участок, терраса, какие планы вот у вас на фасадную часть дома? Ну,
на террасу у нас планы поставить стол, сделать там что-то типа летней беседки, чтобы можно было покушать, попить чай. Также на территории хотим сделать мангал, возможно, поставить теплицу, если дойдем к этому, чтобы уже все сажать. А так пока что в перспективе засеять газон. У газон, мне кажется, это еще пару лет, пока вы не подумаете, что надо. Ребята, огромное спасибо, что уделили нам время. Поздравляем вас еще раз с приобретением шикарного дома. Шикарный, потому что с хорошей завистью я вам об этом говорю, сами мечтаю о доме. Вот, мы к вам приедем, когда вы обживетесь еще, и еще раз пообщаемся. Все, ребят, пока, спасибо еще раз. До свидания. Смотрите на счастливые лица людей, которые приобрели уже дом и собираются в нем жить. Еще больше домов, дорогие друзья, которые находят в свободной продаже, смотрите об этом на нашем канале. Если есть больше интереса, заходите на сайт, там есть подробная информация. Отмечу, что именно в жилом комплексе «Жемчужина» есть еще свободные земельные участки, где можно построить дом по вашим собственным хотелкам, любого квадрата, который вам захочется, ну и, конечно же, контролировать процесс съемки на удаленке. На сегодня это все, дорогие друзья. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь, ждем комментариев. До новых встреч. Пока.